Здравствуйте, Александр Ильич. Должок? Да, разрешите выполнить. Выполняю. Миссию свою. Нет, я уже работаю как председатель, а удостоверения нет. Я помню. А вдруг спросят? В соответствии с законодательством разрешите вам вручить удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь и от имени ЦИК от себя лично пожелать вам крепкого здоровья и успехов в служении белорусскому народу. И спасибо. Спасибо. Если взять ретроспективу и посмотреть с выборов прошедших на выборы, которые мы должны будем провести, мы находимся в электоральном цикле, как ты говоришь часто, это правильно, от одних выборов к другим. Время непростое, но пока половину пути мы прошли довольно успешно, дай бог, чтобы и до выборов так было. Ты предлагаешь определиться хотя бы в первом приближении о выборах президента, когда их может быть лучше проводить, парламент примет решение, но точку зрения мою мы обсудим. И некоторые детали этих выборов, начиная от приглашения международных наблюдателей и заканчивая там работу с избирателями. Поэтому я готов эти вопросы в первом приближении обсудить. Я думаю, проблем, формальных проблем не будет с принятием решений и других вопросов. Ну, а выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил. Нам нет никакой необходимости тут, как это было и в прежние годы, давить административный ресурс, использовать. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы. Особенно на фоне выборов наших беглых, вот журналисты часто рассказывают о выборах. Из почти 7 миллионов голосующих у них аж 6 тысяч приняло в голосование. И ничего. Они себя считают избранными, парламент избрали, поехали просить деньги по городам и весям. Но это их проблема, что тут параллели проводить, я просто намекаю на то, но если вы власть обвиняли в том, что власть была неприлична и непорядочна, вела себя, административный ресурс использовала, как называется это сейчас у них? Я просто для этого, поэтому мы должны провести достойно эти выборы, не обидеть людей. Вот это главное. Выборы для народа, для нашего государства, но не обидеть людей. Александр Ильич, мы по поручению проанализировали прошедший единый день голосования, сделали работу над ошибками. Ну, я вот посмотрел вашу презентацию. Прошло ряд совещаний на эту тему. Естественно, к единому дню голосования очередному будет это все подкорректировано. Могу с уверенностью сказать, что к предстоящим президентским выборам нам не нужно каким-то образом менять законодательство избирательное. Оно у нас отработало в единый день голосования, мы его апробировали. Да, какие-то нюансы были, но они не столько были связаны с нормами, сколько с единообразием применения где-то. Поэтому это чисто процедурные вопросы, которые мы отрегулировали. И фактически, я думаю, что к президентской кампании подойдем в качественном составе и комиссии, и качественно сделаем ту работу, которая необходима в соответствии с законодательством.